Блесна Невка 4 выпускалась производственным объединением Блесна, которое было преобразовано путем реорганизации завода пластмассовых спорттоваров. Располагалось производственное объединение в городе Отрадное Ленинградской области. После реорганизации логотип завода остался прежним в виде поплавка, антенну и киль которого образуют буквы П и С, что изначально означало пластмассовые спорттовары. Масса блесны составляет 32 грамма, а длина 92 мм. Это была самая крупная из блесен под названием «Невка», что отражает цифра 4 в ее названии. Всего подобных блесен было 4 разных размеров. Кроме вариантов с чешуей выпускались и гладкие блесны без насечки. «Невку-4» можно было встретить в наборе с другими блеснами «Невка» разных размеров. Выпускалась она также и в наборе с другими моделями блесен, такими как «Пела» и «Ахта», того же 4 размера. В комплекте разнотипных блесен встречалась также «Ладога», которая была одноразмерной. По своей манере поведения, с вальяжными и низкоамплитудными рысканями и игрой на самых малых скоростях, это типичная щучья блесна, призванная расшевелить хищника в периоды его малой активности. Невка выполнялась из латуни и поэтому не магнитилась. Зарубежных аналогов блесны не существовало. Не выпускаются подобные модели и сейчас.